Доброе утро, наши большие и маленькие телезрители. Здорово, Семен, привет, Сава. Привет. О, море. Слушай, купаться. Ну, как нормально все? Что купаться? Что, кто купаться-то? Отдохнуть хочу. Ну ты решил, когда мне об этом рассказать-то? Мы не можем. Почему не можем-то? А как? Можем, наш гость специальный есть. Александр Сергеевич, здрасте, а вы же оператором подрабатываете? К счастью, не туроператор, а педагог, и поэтому нам на море не надо лететь, а мы сейчас прямо здесь туда и попадем. Круто, отправимся на остров. Волшебник, хочу. Волшебник. Мы создадим карту своего острова, а потом посмотрим, можно и сокровища там зарыть, а потом посмотрим, как она в 3D будет выглядеть. Нам понадобится для этого планшет. Нам понадобится листочек бумаги, где мы будем рисовать этот остров, и черные маркеры. Главное, чтобы они были не очень тоненькие, а чтобы линию было очень хорошо видно. Мы сейчас будем использовать изолинии. Изолинии в географии – это такие линии, которые обозначают рельеф. Каждая замкнутая форма, она поднимает наш остров на один уровень. И чем внутри формы больше этих линий, тем выше будет остров. Сначала мы рисуем форму острова, то есть можно не стесняться прямо на весь этот листочек нарисовать какую-нибудь интересную форму. Давай, можно сейчас в виде сердечка, в виде облачка, как нравится. Надо программу уже, да, какую-то будет скачать специально? Да, нужна. Без нее так не будет специальная работать. Программка называется Landscaper. Landscaper. Так, а вот эти кружочки Сава рисует, вот, их не надо было? Еще желательно следить, чтобы не пересекались линии. То есть, если линия пересечется, это будет маленький островок рядышком. Понял, Сава? Кружки не делай, рисуй дальше. Веди, кружочки не делай. Посмотри. Так. Нормально. А другие для друзей. Другие для нас. На выселке, чтобы. Вот. Основная форма острова у нас готова. Теперь нам нужно придумать, где у нас будут горы. Выбираем. Нам же нужен пляжик, да, ведь, чтобы можно было идти на море, конечно, загорать, полежать. Это да. Поэтому какое-то место можно оставить только такой вот формой. И где-нибудь в другом месте можно нарисовать. Вот мы рисуем внутри формы еще одну форму. Это будет возвышенность. Линии не пересекаются. Да, линии не пересекаются. А как и линии. Делать? Да, пляж просто будет. Там, то где есть нет горы, там пляж. Да? Да, куда хочешь. Да, линия должна замкнуться и не пересекаться. И туда же нужно, да, привести? Оп! Здорово. А теперь, чтобы гора была высокая-высокая, внутри нужно еще такие же нарисовать. То есть, чем больше мы внутри... Кусочков, тем выше гора. Да. Сава, у нас высокая гора будет? Не, да, высокую. Да я тоже нарисую гору чуть-чуть. Мне даже тоже стало интересно. И не обязательно одна гора. Может быть, рядышком еще внутри одна горочка небольшая, чтобы следить за всеми. Вот на пляже прямо горочка, чтобы забираться на нее и следить. У меня уже очень большая гора будет. Вот здесь только нужно, Сава, помнить, чтобы линии не пересекались. Ты чего, забыл совсем опять? Да. А теперь мы нарисовали карту. И чтобы визуализировать эту карту, сложное слово, да ведь? Ну, знаешь, что оно значит визуализировать? Нет. Увидеть, воплотить ее в жизнь. Визуализировать. Визуализировать, молодец. Молодец. Мы воспользуемся специальной программкой. Я вам помогу, получается? Я вот так сначала покажу зрителям, чтобы они видели, что совсем на пляже это не похоже, да? Сейчас будет настоящее волшебство. Оп! Ну-ка. Все, готово. Давайте я покажу. Смотрите, что получилось. Из вот этого это да. Получилось. Сава, круто? Да. А как думаешь, у тебя так же круто получилось? Да. А давайте посмотрим. Давайте. Давайте это тоже сфотографируем. Покажи зрителям сначала, что у тебя тут. Вот. Вот. Ну-ка, интересно, что получится у Савы при визуализации. Давайте я лучше со стола. Давайте. Далековато мне? Я на стол положу. И вот такой вот остров получился. То есть высокая гора. Даже тень видна. Зрителям покажите. Давайте зрителям покажем. Смотри, Сава, что получилось. Вот. Это твой собственный остров. Огромная гора и огромный пляж. Очень круто. Верит. Понравилось? Очень. Да. Здорово. Даже мне понравилось. Можно я этот остров себе заберу? Да, конечно. Вот теперь это как остров. Можно как мечту повесить на стенку, чтобы она совершилась, чтобы был свой собственный остров. Куда друзья можно мои, отдыхать. Даешь собственный остров. Спасибо. Чтобы вы на нее смотрели, получается, и что делали? Визуализировали.
Спасибо. Здорово. Пожалуйста. И главное, будьте здоровы, веселы и счастливы. Пока-пока.